Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала. И я сейчас не буду говорить о политике, экономике, спецоперациях и других ужасах, которые происходят вокруг нас сейчас с вами, уважаемые видеозрители, видеослушатели моего канала. Я хотел бы поговорить о людях, о тех нормах и правилах, которые у нас сейчас вот в обществе бытуют. Буквально на прошлой неделе я сталкивался с таким не раз. Одним словом, речь идет о коммуникации. В психологии, не в психофизиологии, а в психологии существует 7 препятствий для продуктивной коммуникации между людьми. Я сейчас не буду говорить о них, о всех них, я лишь скажу об одном. У нас сейчас очень хорошо развита связь, телефоны, ватсапы, вайберы, я не знаю, какие-то еще мессенджеры, другие способы удаленные коммуникации, видеоконференции, ну и так далее. Собственно, я хотел бы поговорить о самом банальном, о звонках. Соответственно, правилам хорошего тона, ну, по крайней мере, в моей молодости, может быть, моих родителей, когда только появились там телефоны у людей, люди звонили друг другу, если что-то вдруг обрывалось, необходимо было перезвонить. Обязательно, да, то есть не оставлять разговор незаконченным. Если не дозванивался человек с первого раза, надо было перезвонить второй раз. Если со второго раза не получалось, следовало подождать. Ну, или как минимум дождаться обратного звонка, допустим. Или даже если человек обещал, я вот сейчас вот не могу с тобой разговаривать, давай там тебе через полчаса перезвоню, через 30-40 минут. В общем, люди ставили в известность о том, что они хотят общаться. И, соответственно, из чувства просто соблюдение правила хорошего тона, вежливости, как угодно это можно назвать, люди перезванивали через какое-то время, если не могли отвечать. Ну, там человек за рулем едет, или там, я не знаю, там телефон сел в конце концов, да, подзарядил чуть-чуть, будь добр, перезвони, что вот, ну, я обещал тебе перезвонить, вот перезваниваю по причине, долго не перезваниваю по причине того, что телефон сел, или за рулем долго еду, там сложная какая-то обстановка, автообстановка. Дорожная ситуация. Ну, одним словом, я считаю, что очень сейчас молодежь этим грешит. То есть, она забывает выполнять свои какие-то обещания. Может, допустим, сказать, да, я перезвоню, и не перезвонить. Не то, что там через полчаса, там час, два, три. На следующий день могут не позвонить. Или там через несколько дней могут не позвонить, просто забыв об этом. Это нехорошо. Память у всех, как правило, у молодых людей хорошая. Да и вообще у людей просто... Ну, должно выработаться такое элементарное правило, как перезвонить. Не можешь говорить, нажми быстро, скажи, не могу говорить, перезвоню. И перезваниваешь как при первой же возможности. То есть нормой является, я считаю, вот время до 10 минут. За рулем ли ты едешь, телефон ли у тебя разрядился. То есть в течение 10 минут, если контакт не состоялся, телефон, и надо перезвонить. Сообщить о том, что там какая-то ситуация, обстоятельства и так далее. Понятно, о чем я говорю. Так вот, я считаю, что я вот хочу, это правило не мною придумано, в интернете это правило часто муссируется, ну, то есть видеоролики, там, статьи и так далее. Я это не придумал, не я придумал это правило. Я вот думаю, мне пора вводить это правило в свой обиход. То есть, действительно, я договариваюсь с человеком, что, допустим, я ему звоню, он мне говорит, я не могу перезвонить, перезвоните ей там через 40 минут, допустим, да, не перезванивает, я жду, а может быть, мое дело связано с другими людьми, которые ждут, опять же, моего звонка. То есть речь идет, как в хорошем фильме вот в этом, да, там, уважение, крестный отец, то есть ты меня не уважаешь. У нас русская традиция, это обсмеяно десятки раз, когда люди выпивают русские, они там начинают задавать друг другу вопросы, ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, просто правило уважения и ответственности перед людьми предполагает, что если вы не можете дозвониться, или, вернее, видите, что вам звонили, но ответить вы не можете, вам необходимо обязательно перезвонить, поинтересоваться, все ли у человека в порядке, что случилось, в чем дело, ты мне звонил, я тебе вот сейчас перезваниваю. Это правило хорошего тона. Это правило этики. Правило хорошего тона. Норма общества должна быть. Которая сейчас нарушается сплошь и рядом. Особенно чем моложе люди, они этого правила не знают, тем с этим сложнее у них. Люди более возрастные, они, конечно, всегда перезванивают.
То есть это норма. Ну вот, собственно, такое короткое видео. Я, наверное, введу для себя это правило 10 минут. И если не быть крайне таким ортодоксальным, вплоть до того, что вот не перезвонил человек один, пускай, ну, можно пойти на встречу два раза, не перезвонил, не уважает меня человек, не перезванивает мне, я жду от него звонка, он знает, что я его жду, что я ему, что он мне нужен, я предлагаю ввести крайние меры, вообще прекращать общение с такими людьми. То есть, казалось бы, мелочь, но в этой мелочи, как и у многих других, кроется настолько много. То есть, если банально, там, через 2, 3, 5 минут, 10 минут, ну, пускай час, 2, 3, человек не перезванивает, просто надо прекращать общение с таким человеком. То есть, обобщать, расширять это правило. То есть, речь идет, казалось бы, мелочь, но о неуважении речь идет. Так же, как я знаю это точно, сомнений возникает, когда врач-психиатр слышит, что человек увлекается охотой и предполагает, что это некая аутия, склонность быть в одиночестве, аутия, да, то есть это шизофрения, как симптом шизофрении. И знаете, я это правило знаю уже 20 с лишним лет, редко-редко, когда врач-психиатр, предположим, ошибается, предполагая, казалось бы, на основе такой мелочевки, мелочевка, но на самом же деле мелочь, кажется, на самом деле это не так, что человек склонен к замкнутости, интроверсии, аутии, ухода от реального мира, ухода в себя, внутрь себя как-то, да, то есть интроспекции. Это предполагает, если человек заболеет, он скорее заболеет шизофренией, нежели МДП. Соответственно, из мелочи раздувается пламя. Так вот, из этих 10 минут, правило 10 минут, раздувается пламя уважения и неуважения человека к другому человеку. И я так думаю, что этот рост вот, это, вот таких вот неуважительных контактов, он возрастает, их все больше и больше и больше. Люди, ну, не то что невнимательны друг к другу, пресекать на корню надо это вот. Знать это правило, уважение проявлять к людям, перезванивать. Таких примеров можно не только в области контактам по телефону отнести. Таких вещей, случаев несколько десятков, может быть 2, 3, 4, 5 десятков таких нюансов, тонкостей в нашей жизни. И это надо учитывать. Психологизируя вот это правило 10 минут, это неуважение к вам. И не бойтесь обобщать, расширять, раздувать это пламя отношения к вам. То есть вы думаете, он меня не уважает, думаете ему, а ладно, ерунда. Ну, хотите, относитесь как к ерунде, а на самом деле нет, голубчики мои. Это неуважение, и оно проявляет себя в мелочах. Раздувайте, обобщайте, у нас мир состоит, мыслительный процесс, главный ведущий мыслительный процесс – это обобщение. Обобщайте. Не перезванивайте. Не перезванивает человек. Обобщите. Скажите, он меня не уважает. И будете правы. Поэтому жить вот... Наука приходит в практику. То, что раньше знали и понимали, исследовали и оказывались правы врачи-психиатры, сейчас приходится применять на реальной действительности нашей жизни. Не перезвонил вам человек, обещал, не перезвонил. Он вас не уважает. Зачем вам такой контакт? Рвите этот контакт. Когда человек поймет, когда, видите, тут я ему ли нужен, он ли он мне нужен. Это уважение. Ответственность и уважение. Ответственность перед другим человеком, перед самим собой, исполняющими эти нормальные этические правила, нормы, правила поведения в обществе и так далее. Очень важный вопрос. Казалось бы, смешной, мелкий какой-то, о чем он говорит, бред какой-то несет. Нет, господа, это не бред. На самом деле так и есть. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!